День знаний отметили в университетской школе Елабужского института Казанского федерального университета. В этот день школа открыла свои двери для более чем 500 учеников. Об особенностях учебного процесса в новом году смотрите далее. Торжественная часть праздника началась в Елабужском институте, где собрались первоклассники, а также учащиеся 9 и 11 классов. Поздравили их глава района Рустем Нуриев и директор института Елена Мерзон. Помимо напутственных слов, первоклассники получили памятные подарки и фирменные значки с эмблемой университета. Как отметила Елена Мерзон, в этом году впервые откроются профильные классы с углубленным изучением математики, английского языка и IT-технологий, а также социогуманитарных наук. В школе продолжается и реализация проекта «Ассистент учителя». Порядка 100 студентов, которые обучаются на педагогическом направлении в нашем институте, проходят здесь не просто практику раз от раза, а вот постоянно закреплены за учебными классами, за учебными дисциплинами, за конкретным учителем и имеют возможность более плавного и быстрого вхождения в учебный процесс и в профессию учителя. Отметим, что в этом году в университетской школе впервые прозвенел звонок для 56 первоклассников. В честь праздника для них был устроен увлекательный спектакль. Вот пришел в школу, думаю, на пятерке буду учиться, хорошо учиться буду. Желаю, чтобы другие тоже хорошо учились и, чтобы все было хорошо в школе. Диана Желенкова, Айдар Нурмиев, Универньюз.